Перед нами музей истории Успенской церкви. Церковь построена в 30-е годы 18 века на средства казанского купца Ивана Афанасьевича Михляева. В настоящее время в здании церкви расположена экспозиция, рассказывающая об истории православия на территории Поволжья. Выйдя из музея, вы можете повернуть направо в сторону Северного мавзолея, а повернув налево, выйдете к соборной мечети. Повернув направо от нее, вы можете идти в сторону памятного знака, где представленный самый большой в мире печатный Коран. Налево дойдете до Восточного мавзолея, ремесленных мастерских и музея Дом лекаря.